Honda CR-V3, объем двигателя 2.4. Что будет, если, не нажимая на педаль газа, включить драйв и двигаться по прямой, ну хотя бы километр? То есть у меня есть такая возможность. Ну что, поехали? Двигатель на холостых. Пока первая передача. Ничего не происходит. И что-то мне кажется, ничего не произойдет. Я думал, может быть, на холостых произойдет переключение до второй передачи. Нет, ничего. Так, скорость километров 10, наверное, показывает. Нет, ничего не происходит совершенно. То есть машина катится равномерно. Холостые стабильны. Вот, если кондей включить. О, включили кондей, машина немножко подхватилась. Так, тут у нас лежачие полицейские. Нет, все равно ничего не происходит. Ну, считаю, что эксперимент закончен. Так, во двор повернем. К дому теперь уже. Опять холостые. Включен кондиционер. Вот. По идее, обороты побольше двигателя стали. Но вторая передача до сих пор никак себя не проявляет. Здесь немножечко под горочку, прям чуть-чуть небольшой уклон. То есть все равно первая передача. Кондей выключаем и переключаем принудительно первую. Посмотрим. Нет, так и была первая передача. Вот вторая. Вот сейчас я вторую включил. В общем, как-то так. Просто ради интереса хотелось посмотреть. Ни разу не пробовал. Вдруг произойдет такой разгон, как бы на холостых оборотах. Там, может быть, даже там до третьей передачи. Вот, накат такой включится. Но нифига. Первая передача и все. Спасибо.